Вышли с Рыжиком на улицу, дождь начался. Надо же, а. Только обрадовались с Рыжиком, нашли ему ребрышки бараньи. Слушайте, он рыгает от них. Больше не будем давать. Так они ему понравились, так он смачно их кушает, и на тебе. Я думал, может, совпадение на следующий день. Да, он опять так грызет туда-сюда. И опять вырвало. Нога почти зажила, она уже там белая, розового, там нет ничего. Хорошо, мазь помогла. Я другую мазь купил, короче, забыл название. Ну, теперь тащит меня на поводке. Сейчас гром громахнул, он опять начал вправо-влево метаться. Кто-то прям напастье какое-то на нас с Рыжиком этих дней недели. Даже сейчас вышли на улицу, дождя не было весь день. Дождь заморосил. Вода в реке есть. Нормально. А что он в ЗАГС забежал, вырыл яму и спрятался там за елью. Поеду один, здесь-то он домой дойдет. Ну, надо же, зову-зову, не идет. Ну, гром гремит, блядь. С него разве уйдешь? Что, Рыжикутян? Как он меня сейчас тащил сюда, троллейбус. Гром громыхнул, он прямо бегом туда. Пошли из троллейбуса, короче. Пробка ужасная. Стоим на одном месте, а в нем такая жара. Пробочки на Красноармейской. Слушайте, ну раньше пробка в конце Красноармейской была. Перед на Кирова поворотом. А сейчас, смотрите, полностью улица забита. Что происходит? У нас во дворе вообще все отпилили, все перила. У соседей там прихожка была. Ну как, какая прихожка? В смысле, там посадили пальмы, там что-то, да, перед дверью там. И ихние тоже ломают, короче. Что они там собрались делать, не знаю. Что-то хотят сделать. Странно, ремонта дома не было. Черт не знает, сколько лет, а что-то хотят около дома сделать. Как тебе, Рыжик, такая пробка? В Крыму, короче, еще все дороже становится. По телеку жути гонят, да, за Крым. Ну, сами знаете новости, да, смотрите. А людей все больше и больше сюда валят, и цены растут. Как понять, хер его знает. Ну-ка, иди сюда. Что ты? Что ты разорался? Что ты? Рыжик рвет от еды. Ну, я, глядя на него, тоже не стал есть. Два дня практически не ем. Ну, где-то полкило скинул. Западло кушать, да, Рыжик, когда друг не ест, а, Рыжа? Вернее, он ест, но его рвет от этой баранины, блядь. Похудел тоже наглухо. Все, в автобус хочет запрыгнуть. Он меня догнал, короче, у остановки. Ну и в автобус уже трогается, он за ним. Я говорю, да здесь я, а он все равно хочет в дверь, я, мол, открой водила. Я не успел, я опоздал, открой дверь. Я уж как заору, Рыжик. Глуховат что-то стал, Рыжик наш. Вроде молодой, а уже как с
поле боя, как с Афганистана приехал наш рыжик, блядь. Ну что, зашел в парикмахерскую, сейчас проверил, работает, все ли тут свет есть, все нормально. Вышел. Не то, что зашел, аж меня туда затащил. Чуть ли не в кресло я увалился, как он дернул поводок туда. Чудило в натуре. Чудишь, брателло? Или на голо хотел постричься? По дешевке хотел, да? На голо? А? Свободу! Дорогу! Блять, прут, негодяи. Не уважают пешеходов. Я когда-то тоже гонял. Тоже не любил пешеходов нихера, а матерился на них. Мол, чё ходите? Ну чё ходите? Сидите дома. Вот достопримечательность. Смотри, какая девушка симпатичная пошла. Сбоку наколка. А что девушка, сейчас вот эта уже другая девушка, без наколки, сказала, что рыжик что-то вроде на него говорит, знает нашего бродягу. Ну вот мы и пришли к остановке «Спартак». Идем на набережную гулять. Смотрим, что там, сколько народу вечером. Время 5:07. Все, надеюсь, живы-здоровы, а? Подписчики. Вот сколько людей на остановочке. Специально пройду между ними, покажу, сколько людей. На троллейбусах ездите, это не западло. Тогда машина у меня не стала, я на троллейбусе, на автобусе не мог ездить. Я, короче, пешком ходил. Давай, слышь, не хулигань, не безобразничай. То рыжик может и легнуть тебя. Там обнюхивает, еще что-то понимает, вот соображает. По 70 арбуза. Сиди здесь, я пойду в магазин зайду. Посмотрю куриные эти, свинячие эти. Разобрали косточки, правильно, вечер уже, откуда они там будут. Ну ничего, рыжик, потерпи. Потом в пуде что-нибудь купим. Народу мало. Может, дождя напугались. В это время уже должен народ. Ну так-то и есть. Все готовятся в школу. В школу все готовятся. Школу. Подготовить проект. Вот такие вот рокеры носятся, паялся. Но это новые, не слышно. По нашей улице и днем, и ночью носятся. Нормально слышно, да? Рев такой. Ну, в Пионере люди есть.
Слушайте, там художник вообще так рисует хорошо. Вот фотография, а вот рядом картина. Он прям на твоих глазах рисует. Короче, один в один. Стопудово. Я был просто удивлен. Тут надо же, какие люди. Это рисует хорошо. Остап Бендер появился. О, а где же он пропадал? Остапушка. Остапушка. Ну что, люди есть. Рыжик ищет меня. Сам отбежит от меня, что-нибудь отвлекется, потом носится, глаза на выкат. Ага, увидел, увидел. Ну прыгай теперь, мы же давно не виделись. Сколько? Минуту, две? Не будешь прыгать? Замечательный пес. Вчера пел, я ходил. Золото. Золото в собачьей шкуре. Рыжик у нас золото. Мефодьку принесли. Мефодьку принесли. Мефодька-то чистенький. Он там уже замечания со стороны делает. Таким грубым голосом. Рыжик, присядь с ними. Хинкали, а ты что не фоткаешься? У меня видос посмотрите и можете фотки понаделать. Хера не соображают люди. А где ж тот товарищ? Тот что-то больше не приходит. И вроде все как всегда. Вот только одна беда. Все мне кажется, я Барбоса на месте не видно. Барбос к 8 сюда подтягивается, когда конкретно уже музыка, все, люди. Барбос, долго жить будешь, тебя вспоминал сейчас. Этот ошейник увидел, то есть этот поводок и не хочет, боится подходить. Отстань от меня, говорит. Что стали? Идемте, что встали? Боятся. Тут штормит. Главное селфи сделать. А то, что в море улетишь, все это ерунда. Нус! 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 Никак, 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 никак. Красиво играет. Назад пошла, и с той встречается с волной. Встречной. Обратка со встречной. Мы сейчас... Пошли, все. Как это Катина? Она попросила... Таричика, Джан, ты куда, Ара? Здесь я? Ты хотел уже в море прыгнуть? Ком сумир, Ара? Сдует тебя волной. А мне тогда что делать?
Ну где наши подписчики? Где-то тусят. Коняшки на месте, люди на месте, что еще? Барбос улегся, не пойдет он никуда. Надежда мой компас земной. Карманник, карманник пристал к Рыжику, Рыжик кусты спинку почесать, а этот пристал к нему. Он уже кусты шевелится, вон. А вот смотрите, гимнаст с гимнасткой. На одной руке. Кто может из подписчиков на одной руке стоять? Слабо? Ну да, понимаю. Рыбак стоит, кукурузу охраняет. Удочка есть, а рыбы-то нет. Удочка есть, а рыбы нет. Вот беда-то. Вот беда-то. Он еще один рыбачок делает вид, что рыбачит. Да и вид такой серьезный. Он прям действительно в натуре прям поймать хочет кого-то. Или делает вид, что он не знает, что здесь нет рыбы. Непонятно. Непонятно совсем. Все знают, что рыбы нет здесь. Походу турист. Хочу зафиксировать как-нибудь прыжок, когда Рыжик прыгает вот по этим ступенькам. Они высокие, он оттой как сиганет. Но никогда вот меня не получается зафиксировать. Рыжик, идем. Рыжик. Что-то там надыбал. Две собаки маленькие ведут, как на расстрел. Рыжик думает, какое издевательство над собаками. На одном поводке две собаки. Ужас какой-то. Пошли, Рыжик. Кдара! 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 Ну-ка давай прыгай! Прыгай, бля! Прыгай! Я ухожу. Когда что не хочешь заснять, никогда ничего не получишь. Только спонтанно. Кровушку пьет Рыжик. Джизгарес на туре. Рыжик, не хочешь сбацать, Рыжик? Электричество захочет. Ангелок появился страшненький, как моя жизнь. Кипелов. Кукуруза почем? 100. Спасибо. Кукуруза также соточка. Росгвардейцы идут. Рыжик, смотри, не прыгай. Наверное, подписчики были. Говорит, что вы с ним поссорились? Это на росгвардейцев вылает. А народу мало. А люди купаются. Вода теплая.
Вода тепленькая. Вдоль забора тут снизу сидят, здесь лавочки. Что же, посмотрим температуру воздуха. 27, наверное, где-то. Сейчас я так думаю, 26. 29 градусов, 35 минут 7. Как вам такое? 29 градусов. Что сказать? Корабль отошел, корабль идет. Сегодня вроде в волнении было море, но кораблики ходят. Люди сидят чуть внизу на бетоне. На бетоне сидят. А чё, Рыжик, с нами западло ходить Барбосу? Ты не спросил у него по собачьи ничего? В этом доме, в бывшем гостинице Марино. Горький, Ценский были. Гордая такая Ялта раньше была такая. Писатели, актеры, цари жили здесь. Гордая Ялта бьет всех по карману, чтобы жизнь медом не казалась. Бьет по карману только так Ялта. Цены поднялись на сдачу. Что происходит? Уже скоро сентябрь, а цены выросли. Ай, Господи. Жилье. Сдают жилье. На это выросло все. Да на все выросло. Не только на это. Не только на это и на то. Удивительно. Ольга Г. по комментариям. Это его мать. А вас как звать? Михаил. Миша. Это Аня, дочка моя. Ну, очень приятно. Ну, мы смотрим Рыжик. Это Рыжик, да. Ну вы там у себя, рядом со мной, ну, ночуете? Да, вот, недавно ходили. Красноармейский переулок. Да. Вот, да. На машине приехали. На машине приехали? 25 часов. Где-то останавливались? Два раза где-то под Воронеж. Ну, в смысле, не ночевали? Поспал, ага. В машине по часу поспал. Движения много там, движняка на трассах? Отсюда много, сюда вообще без пробок. В том году вот сюда с пробками ехали, сейчас без пробок, но обратно стоит прямо. Обратно после моста километров 15. Наверное. Там еще ремонт, вот эти машины много. Да и тут в Ялте что-то постоянно пробки. Я сейчас на троллейбус присел. На следующей остановке вышел по Красноармейской улице. А тут быстрее пешком. Все. Там пробки, короче, полностью. Сегодня. Мы до этого ездили, кстати, нормально все. Она когда как? Вот выходные вроде должны все отдыхать, много машин, а наоборот меньше это, движника. Мы приехали в выходные, было тихо и спокойно, мало. Да. Ты уже с воскресенья здесь, да? С суббота? С выходных? С пятницы. В субботу ночью приехали. А сегодня что у нас? Четверг. Ну, вы уже прилично отдыхаете. Да вот и гуляешь, не помнишь ничего. Слушайте, а на отдыхе время быстро летит, наверное, да? Быстро, да. И так же мы деньги приезжаем. Ну, прям когда приезжаешь, прям все отпускаешь. Мы же не первый год.
Мне лет 20, наверное, здесь. Ага. А что-то мама ваша ничего не говорила, что вы здесь будете. Могла бы в комментариях написать, там, сына, может, увидишь. Она что-то промолчала, наверное, постеснялась. Не, говорит, вы будете ходить. Там мы постоянно здесь. А что еще делать? Ну, мы только вышли посмотреть. Давно на вечернюю набережную не ходили. Ну, что-то уменьшилось людей. Может, еще попозже выйдут, но уже без 15-7. А ты купаться сюда только ходишь? Если с Рыжиком, да. А если без Рыжика, и могу и на Массандровском, могу и на Приморском. Мне без разницы, где. Санаторий в Курпатове есть. Ага. Там почти никого нет. Подальше. Я снимал Курпаты, там золотые пески, или золотой пляж называется, да? Это... Назывался. Когда-то там был, да, причал. Ну, теплоходим отсюда, туда ездили по Барсу. Ну, лет там 10 назад. Не знаешь, почему так называли его? Там золото вроде нашли когда-то. Ну что, пальмы принялись вроде. Все выздоровели. Их это, новые посадили. Были большие, я помню. Ну да, тебе повыше. Конечно, он будет сидеть. Ты с ним разговаривай, скажи. Рыжик, Рыжик. Пожалуйста, сядь. Удаляй. Ну сядь. Ну вот на память видео. Сядь, пожалуйста. Рыжик, привет. И это. Что-то Рыжик опять на мою голову капнул дождь. Яхточки, смотрите, как шатаются красиво. Красавцы. Слушай, дождь заморосил опять, ну надо же. 7000 сейчас он вам объясняет. Туристки. Красиво, да, Рыжик? Давай на фоне я тебя сниму. Красиво сидишь ты так, Рыжик. Малорик. Хотели погулять подольше с ним, но что-то боюсь, дождь ливанет. Неохота Рыжика травмировать. Наверное, мы домой поедем. Потерялся Рыжик, домой не хочет идти. Павлин-мавлин, чихана. Пятый этаж на лифте. Смей такой. Пушкина сразу узнаешь. Колин сходил, джинсы смотрел, прикидывал, или шорты, не знаю, что там искал. Нога уже почти не хромает. А ну-ка, пробегись. Рыжик, побежали. Побежали, Рыжик. Хочу на скорости посмотреть, как он.
кустов никак не вылезет. Господи, как же ботаник это достал. Устал ждать уже, по кустам лазит. Росгвардия, видите, где гуляет, где людей нету, отдых, прогулочка вечерняя. Не заставляйте меня ждать. Что же мы будем есть, рыжик, если нам ничего нельзя? С набережной уходили, светло еще было. Пока троллейбус, пока магазин, уже ночь. Евгения Александровна Ще, спасибо большое за донат.